подозреваете ли вы об этих санкциях? Нет. Вообще нет? Нет. Вы даже думали об этом? Нет, я думаю об этом, я юрист, но я считаю, что на данный момент России ничего не угрожает. А Россию не угрожает или вас лично не угрожает? Я не думаю о том, что что-то угрожает мне на данный момент. Как бы. Я считаю, что на данный момент ситуация в стране достаточно стабильная, все обеспечены рабочими местами. Как бы, инфляция тоже не превышает допустимого уровня, поэтому волноваться пока не о чем. Если, например, Европа вводит санкции, ограничивая поставки своих товаров, то тем самым они лишают себя дохода от продажи этих товаров в Россию и рабочих мест в Германии, в Европе и других местах. Российская экономика справится. Ну, я на это надеюсь, и я думаю, что так оно и будет. Потому что Россия огромная самодостаточная страна, в которой есть все. Поэтому я думаю, все будет хорошо, а Европа пострадает больше. Я вообще не понимаю, почему США как бы вмешивается в это. И не знаю. Я просто против, и все. Ощущаете ли вы, что вот эти санкции могут влиять на вашу жизнь? Возможно, в будущем. Вы переживаете об этом? Я переживаю свою страну, в первую очередь. Я вообще не переживаю. А считаете ли вы, что впоследствии этих санкций вот, Россия будет стать там, изолирована в таком смысле? Тоже не считаю так, потому что многие бизнес там в Европе и там на Западе связан с Россией, поэтому она не будет изолирована ни в коем случае. Я не говорю, что санкции – это хорошо. Санкции – это плохо в любом случае. И они придут к тому, что будут ухудшаться отношения. Это нельзя, никто не может признать того факта, что ухудшение отношений между странами есть благо. Россия выбивается в такого лидера, да, мирового, и все увидят, что все-таки мы сильные ребята. Вы задаете такой вопрос, что вы знаете сами ответ. Великая страна Россия. Какие-то санкции, может быть, заденут ее чуть-чуть, но больше они заденут Европу. Конечно, Запад настроен очень агрессивно по отношению к России. Они действуют так, как на данный момент выгодно им. Они понимают, что они зависимы от США, поэтому, соответственно, они гнут линию именно данного государства. Но в первую очередь они ударят по обычным людям, потому как наше правительство будет за наш счет поправлять бюджет. Я как бы полностью разделяю политику президента, вот просто полностью, чтобы это было понятно. И готов, значит, потерпеть в случае чего. Даже если будет хуже, мы с этим справимся. Россия очень, ну, сильная страна, и я думаю, возможно, будут какие-то маленькие проблемы, но мы справимся. Честно, я переживаю за людей в Украине, а не за санкции. Не за санкции, скажем так. Мы сильная страна, мы выживем, мы справимся. Жалко единственное людей, потому что я считаю, что это политические игры, а страдают живые люди. Это неправильно. Немножко неприятно, но это глупая затея. Мы переживем американцев и всех остальных. Чао.